Традиционно в преддверии праздника весны и труда обновили доску почета. 20 новых имен, 20 человек, которые служат примером для подражания. Эти люди разных профессий и возрастов, но всех их объединяет одно – ежедневный труд, благодаря которому и процветает Славянский район. Педагоги и врачи, животноводы и строители, общественники и предприниматели, работники отрасли здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Фотографии этих людей помещены на доску почета Славянского района. По уже сложившейся традиции для настоящих профессионалов своего дела в районной администрации был проведен торжественный прием. Тружеников, занесенных на доску почета, поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Традиционно, да? Перед, наверное, перед праздником 1 мая собираем тех наших жителей, которым люди оказывают особое доверие, значит, которые своим трудом, прежде всего, своими поступками, своими, не знаю, всем заслужили именно в нашем городе и районе быть размещенными на доске почета. Я вас всех с этим поздравляю. Всех поздравляю с наступающим праздником 1 мая, 9 мая. Желаю вам всем мира, добра, благополучия, исполнения ваших желаний. В числе жителей нашего района, чьи имена и портреты находятся на доске почета, генеральный директор агрофирмы «Приволье» Сергей Логошин. Под его руководством фирма стала успешным многопрофильным предприятием, основу которого составляет выращивание риса. «Приволье» не один год показывает лучшую урожайность белого зерна в крае. За высокий профессионализм и большой вклад в развитие сельского хозяйства Сергей Логошин был награжден благодарностью Министерства сельского хозяйства России. Спасибо за то признание администрации района, комиссии, которая изучает весь этот социальный вопрос, подходы. Ну и приятно находиться в кругу тех людей, которые в этом году признаны и помещены на доску почета. Глава района вручил участникам приема памятные подарки, цветы и благодарственные письма за многолетний труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Славянского района. После чего участники приема сфотографировались на фоне обновленной доски почета, которую будут украшать их имена. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Специально для праздничного выпуска программы «События».